Я только начал, у меня улыбка сразу. Это просто видео, которое должен видеть каждый в этом мире. Я не знаю, как его, типа, отслать своим друзьям, обязательно, если его задело. «Летай как птица 3», первая серия «Гонка». Ты сейчас поймешь, что это. Это должен видеть каждый. Всем привет, с вами Котик и... Киса! И мы сегодня играем в «Летай как птица 3». Зачем? 3D даже? Да, 3D. Вообще, я не хотел это снимать, но ладно, меня вынудили. Меня избивали. Так. Поздравляю тебя, Никита, блять. Иди нахуй, чмо. Сука. Спасибо, Супернян, за теплые слова. Да я просто, блядь, пиздец какой-то происходит. Все, блядь, начали, блядь, донатить. Мам, купи мне клюшку ебать. Я буду хоккеистом, ёба разбивать. Как здесь читать, блядь, сообщения из чата? Как я должен читать сообщения из чата, блядь, когда такой пиздец происходит? Хоккей научат быть стойким парнем, но только забыл я, Маринка не дала. А сучка, я ей отомщу. Из клюшки въебала, я ей пропишу. Брат, давай стрижися. Фу, привет, здорово, брат, пострижися. Фу, привет, здорово, пострижися, братик. Я хочу сказать тебе, братан, такую штуку. Срочно нужно тебе пострижиться. Пострижиться, пострижиться. Фу, здорово, брат, привет, вазап, давай стрижися. Нужно тебе пострижиться. Фу, привет, здорово, брат. Яу-яу, сука, пострижися. Ты говно воняешь и еще пердишь. Ну давай, бля, стрижися, я не могу, сейчас умру. Спасибо еще раз всем за донаты. Ебать вы, конечно. Ой. Майнкрафт бой здесь. Тихо, не тихо, не порт. Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. What the fuck? И еще и без всего, Алиса. Замолчи, блядь! Блядь, я надеюсь, это было на стриме слышно, сука, это такая хуйня, блядь, смешная. А как мне сказать спасибо, если откроется Алиса? Блять, Николай всех останавливает, блять, Алиса открывается, что за... Да иди нахуй! Заебало! Очень оригинально. Сарказм. Пиздец какой-то происходит. Кто знает, как отключить Алису? Алиса! Как тебя отключить, блять? Ну, как хотите. Спасибо. Она выключилась, ее можно отключить все-таки. Алиса. Блять. Нельзя отключить. Давайте договоримся. Вы не используете такую лексику, а я. Еще не придумала. Но тоже как-нибудь себя ограничу. Понял? Быдло ты ебаное, блядь. Летал и кончал прямо с иллюминатора. Еще кто-то.
голову прийти или не прийти, если мало... Ты заебал. Единственные деньги, которые я получил не с Ютуба, это когда я на остановке рубль нашел. Затоптанный такой ржавый. Единственные деньги, которые ты получил не с Ютуба, это когда мы с тобой кленовые палки разукрашивали и продавали. Мы хотели продавать, никто не купил. Ты помнишь, мы хотели встать около нашей дороги на Ржевской, положить их на стол на какой-то, блядь. И торговать палками. Не, ну я не знаю, как ты, но я лестницами торговал своими. That's got to be the best part I've ever seen. So it would seem. Хорош, налево, блядь, вверх. Лево по борту, блядь. Впереди скалы. Вон тебя. Я капитан, блядь! Сюда это нахуй! Как сложно, блядь! Да вы съебитесь, я не могу рулить, вы тут встали возле мотора. А куда 100 рублей денешь? Давай немного переосмыслим все донаты. 100-метровая яхта, мне на это насрать, понимаешь? Сколько ты там кого ебешь, каких баб, каких, значит, вот этих самок шикарных или атласных, блядь, в космос ты летишь. Мне на это насрать, понимаешь? Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах, триллионах...